Опять кто-то клянчит. Кто, блядь? Мужик, сюда! Выручайте! Кто-нибудь! Достали, пацаны. Все, подъем, подъем. Харе вот это валяться, блядь. Так, Боднюков, всех порешили? Я надеюсь, что всех. Я надеюсь, что здесь, может быть, будет торговец даже. Yes. Я разогнался. Ну ладно, лучше чем ничего, Андрюха. Каждому можно здесь, короче, подкинуть аптечку. Есть еще, ребят. И он становится зеленым. Ну, то есть кентом тебе. Типа. Ясно, понятно. Дружище, ну хоть что-нибудь возьми, блядь. Эй, братан, ты чё тут ходишь? Ты чё, дерзкий, что ли? Я не понял. Оба, это чё за наесть? Дикий, что ли? Вали лучше отсюда, куда подальше, а то рискуешь остаться без зубов. Ты мне угрожаешь, что ли? Ты ртом тут не размахивай, пока рожу тебе не расшиб. Не, мужик, ты в натуре уже оборзел. Лови удар. Эй, не, стой, я всё понял, извини. Только трон, я тебе в башке дырку сделаю, как отверстие для третьего глаза. Ты от меня не уйдешь! Пиздец, ну нахуя вот это, сука, а за... реально, что за прикол, блядь? Что за прикол вообще такой? Наезды такие жесткие. От прибоя. Так, а спальный мешок пропадает, да? Да, ребят, мод, конечно, хуй его знает, что происходит с ним. Но некоторые вещи меня очень удивляют. Прям крайне удивляют. Надо тайничок чекнуть. Я его уже чекал, нихера там нет. Ладно. Точно. Чекал. Да. Так, куда мы идем дальше? Дальше мы идем за этим тайником. А там, по ходу пьесы, на свалочку. На базу бандюков, конечно, тоже заглянем, ребят. А мало ли, вдруг там что интересное есть. Вот сюда вот. Все могет быть, правильно? Правильно. Может быть, все. Кто там, блядь? Мужик, сюда! Так, там бандюканы. Нас на районе не звонят, а звонят, стены все в баллоне. Вася, что ты гонишь? У нас на районе. Ах ты пидорас, я его, блядь, поздно увидел, сука. Двоих я хорошо чмокну.
цепанул одного. Слушайте, ну их там прилично, я так смотрю. Хуйло, блядь, подожди, сука. Двоих приложил. Нормуль. Кондёха веселее, блядь. Все, болт. Так, этих патрончиков нет. Давай МП5. Вот МП5 вроде есть. Нормально. Это что за хуйня, блядь? Монолит сюда перенесли, что ли, блядь? Я не пойму. Ах ты, тварь, блядь, конченая. Ладно, их там двое было, базару нет. Тебе не долго, козлина. Иди сюда, блядь. Мразота ебана. Так. А это шо? Так, там Мартик, кстати. Ладно, ребят, всех все равно не это самое. Хай они там лежат, хер с ними. Я даже не хочу, ребят, на них время тратить, если честно. Сейчас вот этих пособираю, что у них есть. Часть попродаю, часть я не знаю там куда оставлю, не оставлю там тудым-сюдым. Вот это все до бара бы донести, да и ладно. Все, пацаны, короче, держите оборону, я погнал. Я поскакал, так сказать. Так. Ствол более-менее исправлен. Кстати, тут матрасов нет. Матрасов нет. Ладно, искать не буду. Пойдемте потихонечку в бар, ребят. Здесь мне пока больше делать нехрен. Ой, блядь. Кстати, что у меня с бронькой? Ну, поизносилась уже, конечно, так, чуть по чуть. Но пока терпимо. Терпимо. Спокойно, бля, сука, ебох. Так, убежал, хорошо. Что это? О, Артик, нихера себе. Артик я заберу. Да, на свалке лучше всего арты, конечно, ночью собирать, потому что их вот так видно. Кровь камня.
Да что ж так молния это бахает? Баха, бах, бум, бум, блядь. Сейчас, если на посту долго будут торговцы, ребят, я обязательно толкану там, что смогу. Что смогу, то толкану. Ты ушел на территорию под контрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Да понятно. Кто-то гранаты, сука, кидает, а они ни хера не взрываются, блядь. Вот что за прикол? Вот этого я не понимаю, конечно. Вот этого я реально не понимаю. Неплохо так вот этот ствол стоит. Кто, сука? Ох ты, блядь. И винтовочку взял, блять. СВД, блять. Ебать-то. Вот это мод, вот это пиздец, блять. В самом начале СВД, блять, подрезал. Это какой-то трэш вообще лютый, блять. А, сука. Ой, ребят, сорян за эмоции, но это пиздец. Ну я не знаю, ну как это. Причем эти его не выносят, ну, блять. Опять же, как, сука, как, блядь? Ай, блядь, это пиздец. Пойдемте тайник чекнем. Раз такая пьянка пошла, хуля там. Вот это да. Вот это прикол. Нихера себе, блядь. Грави. Ну ладно. Неплохой тайник, кстати. Неплохой. Денег у меня уже очень норм. Может быть, экзоскелет куплю, если у бармена будет. Деньги все у всех неписей блядских позабирал. Отшлеми мне денег, а? Эй, у кого деньги отшлемить хочешь? Ковыляй отсюда. Понятно. Так, а Петренко что со мной базарить не хочет? Где он, сука? Где-то лазит. Ну ладно. Тогда погнали в бар. Что тут еще нам остается-то? Ебалом щелкать, так сказать. Ой, начинается, блядь.
Так, я по инерции, ладно. Так, кабанчики, да? Где мой волшебный? Блять, мне нужен нормальный, сука, реально нормальный дробовик. Меня эта хуйня уже заебала двухствольная. Хочу себе, отвечаю, хочу себе нормальный, сука, дробовик. Не вот это херота. И милиция, и полиция, и кого там только нет, блядь. А ну еще раз. Это что было, блядь? Пиздец. Какая-то стенка, я не пойму, что за стенка, блядь. А, какие-то ворота электрические, сука. Ну и ну. Прикол. Реально прикол, блядь. Блядь, грузится так жестко. Ладно. Нет, это реально прикол, ну, хрен с ним. Так. Пусти оружие. Да оружие-то я опустил, Вась. Здравия желаю, наемник. Что здесь делать? Помощь нужна. Нет, сейчас не поговорим. Опусти оружие. Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь? Видимо, зрение тебя иногда подводит, раз уж солдата от наемника отличить не можете. То, что ты видел, я всего лишь остатки от волны мутантов, которая пошла трам-пам-пам-пам-пам. Нашел время. Заебал, блядь. Я не могу сейчас разговаривать. Здравия желаю, наем. Так, зачистить логово собак. Ну давайте. Мне это знакомо еще с народной солянки. Там была один в один такая же миссия. Один в один. Давали, кстати, кровь камня. Вру. Ломать мясо давали, ребят. Ломать мясо давали за это задание. Я это помню как дважды два. Отвечаю. Просто как дважды два. Давали ломать мясо. Сейчас что дадут, я даже не знаю. Не, ну посмотрим, конечно. Поживем, увидим. Жрёт, жрёт, сука. Так, готово. Типа. Да? Давайте вернемся за наградой. Что нам сейчас дадут, я не знаю, честно говоря. Неужели ломать мясо? Я охерею, если это так. Здравия желаю, наемник. Что здесь делать? Ломать! Блять! Еще и 1000 сверху, ребят. Значит, солянчики отсюда, блять, взяли эту хуйню. Реально отсюда, блять. А, это пиздец, блять. Такая на столе, такое дежавю, ребят. Я еще не испытывал, отвечаю. Такое дежавю я еще реально, реально, блять, я не испытывал. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это реально солянка. Это реально солянка, блять.
Как ее вырубить, эту музыку сраную вонючую? Как она портит атмосферу? Это пиздец. Заходи, не бойся. Выходи, ох, не плачь, плачь, блядь. Заходи, не бойся. Брось таращиться на меня. Нирвана. Брось таращиться на меня. Брось таращиться на меня. Вот тебя заклинило. Уже никто не таращится. Да я не могу понять. Ты парень или девка? Не поняла, чё? Выглядишь как гопник. А вот на Sexy Girls даже намёка нет. Ты пошлейший тип. Да уж, я такой. А какого ты, милашка, в зоне-то забыла? Сыта по горло твоим бормотанием. Ладно, ухожу. Уже, видать, достали тебя мужики, раз нормально ответить не можешь. Вот и иди своей дорогой. Пуля, может, пойдем в подсобку, видишь, а? Занята. Видишь, я занята. Ладно, стой здесь как дура. Кстати, вот эта девка тоже в солянке была, по-моему. Ни хера себе у нее денег, блядь. Я извиняюсь. Вот это да. Девочка, а откуда у тебя столько денег? Скажи мне, пожалуйста, блядь. Тебе что нужно? А ну-ка дай-ка мне. Ты меня уважаешь? Немного, блядь. Да, деньжищ у нее прилично. Деньжищ у нее прям, блядь. Хлеб за копейки. Нет, это я тебе не отдам. Пошла ты на. Тебе что нужно? Вот Каримир. Ладно, забирай. Тебе уважаешь? Ахахаха. Тебе что нужно? Я вот не знаю, снайперку ей толкать, нет. Наверное, ребят, не буду. У меня уже 57 кусков. Нормальная девка. Пригрела меня. О, бармен в шляпке, ну нормально. Пора ей похмелиться. Лысейка. Так, ружье. Ружье это... А, что тут ходишь, что Что-то он реально бычку катит на всех здесь. Этот прибой. Иди ты. Чё тебе? Ой, хреново. Тебе... Ой, так, найти оружие долго, это все с оригинала. Ну ладно, ребят, как бы чё. Раз такая чё пьянка, найдем. Вот чё уж не ожидал увидеть наемника в баре. Не все так просто, как кажется. Уже давно здесь в качестве военнопленного. И ко мне все привыкли. А у сталкеров меня выкупил дом Реба. И теперь работаю на него охранником. Сейчас, пока перерыв, меня замещает мой знакомый Лысый, а иногда вручает Пуля, тоже, кстати, военнопленная. Раньше она была наемным снайпером. Так, что-нибудь есть на примете? Убить предателя, блядь. Ладно, берусь. Опа, Вася! Вася, бухай. Тебя-то как в этот бар занесло? Видишь, бухаю отстань, а? Ладно, не буду тебя тревожить, пока ты опять полбара с перепоя не разнес. Тебе... Вася. Я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой! В смысле, я так понял, долг ты опять повозвращать... А, возвращать нечем, да? Ну, не удалась неделя, понимаешь, позже все верну, Вася, мамой клянусь.
С процентами а шум сейчас поднимать не зачем, мой бойцы рядом на арене, попробую бабла срубить. В общем, не провоцирую, Вася, отвечаю. Ладно, я пойду. Я тебе... Ни хера не понял, но очень интересно, как говорится. О, блядь. Вы посмотрите, кем информатор тут заделался. Эй, ты тот военный парень, что недавно прислали в зону. Удачи тебе, боец. Если нужна будет помощь, обращайся. Помогу, чем смогу. Да, и при случае потолкуй с бородой на кордоне. Он многое про зону знает. Привет. Я знаю, что ты работал на моих конкурентов MI5. Поэтому я хочу... Чё ты хочешь, блядь? Поэтому я хочу купить собранную тобой информацию. Эй, тише, приятель, нас могут услышать. Я тоже про тебя слышал еще до твоего прибытия в зону. И на тебя сейчас объявлена охота. Кто-то сильно не хочет, чтобы вернулся назад. Но деньги мне сейчас нужны позарез, чтобы самому унести отсюда ноги. А со своими связь у меня потеряна. В данный момент я готов продать информацию об организации UHSF за совершенно символическую цену 8000 рубасиков. Ладно. Слушай, на. Сюда, парень. Слушай. Сюда, парень. Итак, UHSF это секретная... полувоенная организация, базировалась она в Лиманске, мертвом городе, но группировка Чистое Небо выбили их оттуда в 93 году, и позже они основали новую базу на армейских складах недалеко отсюда. Не так давно они подмяли под себя группировки Свобода и выживших сектантов Монолита, а также наемников и все бандитские формирования. Насколько мне известно, их лидер Дезик и его помощник Канихолос до сих пор работают над чем-то непонятным. Могу дать еще несколько наводок. Поищи в старых лабораториях. Может быть, и найдешь полезные сведения. Обойдемся без философских отступлений. У меня есть информация. Та-та-та-та-та. Но продам. Заставляешь. Обойдемся без философских отступлений. Редкие артефакты хочет. Две ночные звезды и призрак колобка. А не уел ли ты, батенька, часом, блять? Гондон. Да раз, блядь. Ладно. Что-то пока я здесь оставлю. Теперь барменище. Слушай, говорят, у тебя наемники здесь толковые. Можете починить мне? Ага. Ладно, бармен еще, давай теперь с тобой торговать. Так, а что у тебя есть, дружище? Для калаша, да? Так, сейчас проверю quick save, quick load. Конечно же, ассортимент есть.
То есть, в принципе, патрончиков можно набрать очень даже неплохое количество. И все будет хорошо. Все, с патронами траблов не будет. Так, сейчас я проверю, вроде как вот этот коллаж должен поддерживать прицелы. Ну вот. Так, а здесь нельзя доставать оружие типа, да? Ну и ладно. Сейчас я проверю, что тут. Так, одним глазом, ребят, просто гляну. Оба. А это что? Привет, прибой! От Сидоровича. Я ждал тебя здесь. Но со мной связался профессор Синтария, и надо срочно идти туда. Я собрал кое-какие сведения о том про дом призрака на армейских складах. Профессор и я пойдем туда, чтобы найти сведения о стрелке. Так что, как только будут результаты, я тебе все расскажу. До скорой встречи, Сидорович. Вот так. Кто бы мог подумать. Брось таращиться на меня. Тебе... Вась, тебе помощь нужна? Аптечка. Ну, держи. Ладно, я так понимаю, здесь можно вот так вот некоторых неписей задобрить, чтобы они тебе, скажем так, по дешевке продавали товар. Или подороже покупали твой. Может быть так. Может быть так. Ладно, позырим, что тут. Так, может тут что-то? Нет. Нет ничего. Арена, арена, арена. Тоже ничего. Блять, куда я... Ломать мясо второй проебал, сам не пойму. Так, новости есть? Ну, у тебя есть? И видон. Тебе бы свежим воздухом больше дышать. Кстати, бар у нас как раз на свежем воздухе. Угу. А у нас тут война идет, понимаешь, с группировками NHSF. Они бывшие бандиты свободы. Также регулярные стычки с боевиками на дикой территории.
А почему? Потому что бандитам UHSF нет места в зоне. Они должны быть уничтожены. Если тебе интересно, то пообщайся с ребятами в баре. Они тебе все объяснят. Я слишком занят для этого. Так, патроны для пулемета у него есть. Наверное, стоит взять, да? Хай будут. Так, тут должен быть торговец, по идее. Петренко. Угу. Так, толковые. Типа броню починил, да? Только что-то не... Так. Что у него здесь есть? Давайте смотреть. Тысяча 300 патроны. Тысяча 900. Конечно, по меньшей стоимости он их берет. Ладно, Петренко. Спасибо тебе. Батюшки мои. Внимательно тебя слушаю. Ты кто? Симпатичная девушка. Я тронута вашим вниманием. Ну, не то чтобы ад, но не рай, это точно. А попали в зону по своей воле. Нанялись мы с моей подругой Пулей, снайперами в UHSF. Так как бывший биатлонистки после спортивных травм на большой земле оказались никому не нужны. А учитывая, что мы росли без родителей и покровителей, то и зарабатывать приходилось на все самим тем, чем умеем. Но не так давно попали в переделку. Во время одной карательной операции нам малочисленный отряд одолели сталкеры и как пленных приволокли сюда. Тогда за нас вступились Петренко и Дон Реба. Один выкупил меня, другой подругу Пулю и оберегают от расправы. А мы с благодарности и безвыходности помогаем им содержать этот магазин и бар. Понимаю. Я и сам сказать по секрету здесь свой среди чужих. Есть некоторые вопросы, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Вижу, мужчина, вы отчаянный, поэтому есть некоторые вопросы. Какого характера? Тут недавно неприятный случай произошел, пока наш дон-бармен за провизией уезжал. Заглянули к нам ушлые сталкеры оттянуться. Ну, начали баблом светить. Да за веселые беседы развели подругу мою на интим в подсобке. Пока я спохватилась, они слиняли со всем запасом марихуаны, который наш покровитель припас для продажи на целый месяц. Теперь у нее за этот поступок заставляет делать всю грязную работу, которая и не каждому мужику по силе. Вот, а ты вроде как на нормального мужика похож. Поможешь нам в этой беде? В смысле? Делать за твою Пулю всю грязную работу или найти тех парней, которые сперли у нее траву? Ты уловил суть проблемы. Да, именно. Помоги нам вернуть этот мешок. А тех парней можно застать на заброшенной ферме в Темной долине. Скурить они все явно не успели. А искать ее надо. У Гарика есть там один с синяком на лице, бывший проводник. Мне про него Вася Бухарь вчера подсказал.
Если у тебя получится забрать у него мешок, то передай его пуле. А она в награду скажет, где спрятала свой модернизированный снайперский комбез и винтовку М76. И он был великоват. А тебе будет самую пору. Ладно, помогу несчастной девушке облегчить жизнь в этом аду. Ну что тебе еще? В соседний барак пошли. Это тебе лучше с пулей отсудить, а я на такие свидания не поведусь. Понял? Да, вижу, суровая ты девушка, наверное. Достали тебя здесь мужики. Ладно. Как хочешь, что и здесь карауль. Есть некоторые вопросы, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Есть в баре один сумасшедший дезертир, который зарезал охранника, когда тот пытался его остановить. Этот дезертир украл со стойки ноутбук Дона Ребы. А после этого случая мне один сталкер рассказал, что видел его на болоте агропрома. Ну, не хочешь ли ты, чтобы я сбегал туда, наказал злодея и вернул ноутбук? Ты уловил суть проблемы, да. Именно помоги нам вернуть этот ноутбук, у нас с пулей перед Доном должок. Вот, верну ему ноутбук и будем в расчете. А тебе за услуги я дам винтовку с оптикой и боеприпасы. Ладно. Проходи. Так, что это такое? Коллиматор, блядь. Ладно, девушка. Девушка, пока на этом все. Чё тебе? Чё тебе? Пошёл ты, блядь. Чё тебе? Хуё тебе, блядь. Так, ладно. Я смотрю, у пацанов бабло есть, как бы. Как бы. Чё мне теперь Воронин споёт, интересно. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришёл. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришёл. Так, у Воронина особо... Про клыка что-нибудь знаешь? Так, про клыка он у меня спрашивает. Короче, взял у него две циклички. Ладно, сейчас я их выполню. Хрен бы с ними. Так. Так, найти фамильное ружье. Я так понимаю, это все будет на дикой территории. Ладно, ребят. Эти задания мне очень даже известны. Погнали, сейчас их быстренько выполним. Вспомним, так сказать, былое, да? Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь?
Да что делаю? Здравия желаю, наемник. На дикую территорию иду. Что я тут делаю, блядь? Надеюсь, там наемников не будет. Конечно, не знаю, но сейчас проверим. Сейчас проверим. Вот тебе, пожалуйста. Все-таки наемники здесь остались. Ублюдки. Ну, ходите сюда, блядь. Так, вроде броньку получше нашел. Ну ладно. Рюкзачки ни хрена. Неплохо я пошерстил наемников. Хедшотик. Блять, не берет их эта херня, ладно. Ща мы их. Как говорится. Ща мы их. Блять, электро, сука. Да ёлки-палки.
Нормальные тут стволы пошли, блядь. Очень даже нормальные. Вообще нормальные стволы пошли. Не вижу ублюдков, не вижу вообще. Ага. Ну, сейчас вроде одного увидел. Так, надо завязывать со стволами, потому что меня сейчас... Так, по-честному, надо всю эту хуйню выбрасывать. Пока что пусть здесь полежит, а там поглядим, что делать с этой хуйней. В бар пойдем, заберем с собой. Ай, блядь, сука! Оху-ху-ху-ху. Все равно найдем. Найдем, найдем. Найдем и накажем. Кров камня, кстати, надыбал. Подожди, блядь. Гранаты, короче, не взрываются. Ну ладно. Чеку, видимо, ведем, я забываю. Граната, ложись!
сука, блядь! Откуда ты, тварь, взялся? Так. Какую-то хрень я взял непонятно. Разберемся. Блять. Сука, поздно увидел, тварь. Ой, ладно, сейчас. Пиздец. Так, эмочки взял, эмочки, хуемочки, непонятно что. Ладно, ребят, надо, короче, заканчивать с этими ублюдками конченными. Так, ученые мертвые, да? Ученые. Так, повыполняем, короче, классические задания теней Чернобыля. Именное оружие, всю хуйню мы не хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, так и знал. Для винтовизика патрончики еще никому не повредили. Блять, всякого барахла я набрала. Ебаный ты насос, блядь, а? Ладно. Там все в контейнере, что ли, это? А, вот в этом, да? Понял.
Так, что-то тут происходит, я не пойму, что. Но что-то происходит. Да блять, ёбаная ты тварь, сука! Сейчас, ребят. Это дерьмо невидимое. Я это понял, как бы это самое. Ебать. Так, если я перепрыгну на вот тот грузовик, на вот тот капот. Пиздец. Я вышел, слава богу, я вышел. Теперь, ребят, главное до бара дойти. Самое главное дойти до бара, правильно. Вот, и все будет good. А почему у меня, я извиняюсь, жизни не увеличиваются? Вот чего не знаю, того не знаю. Эти ублюдки. А, на вышке. Так, аккуратненько идем сюда. Теперь сюда. Блять. Гребаный тупик. Так, ну вот, вроде вывалились. Тайничок тут еще. Ну, давайте, ладно. Ни хера нет. Гранаты тут не работают. Как-то так. Как-то так. Вот артики лежат иногда. Вывер, да? Сука, где он, блядь? Ребят, его нету. Я его подобрал, но его нет. Ах ты ж сучонок. Где ты, блядь? Ладно. Так, сейчас пойдем разгрузимся немножечко. Заодно задание сдадим.
Здравия желаю, наемник. И тебе. Не хворать, родной. Тебе тоже не хворать. Так. Дошли мы до бара, слава богу. Заходи, не бойся. Выходи, не бойся. Эй, просто раньше. Так, ладно, поехали. Сразу двадцатку, да, поднял? Так, ладно, это возьму. Ага, вот это он уже не берет. А, это ж квестовая. Нет, точно. Так, я, по-моему, тупанул и продал. Охотника. Так, держи свое ружье. Ладно. Тупанул так тупанул. Двухстволки, обрез ТОС. Несколько, кстати, комплектов брони у меня теперь. Вот это, по-моему, самое нормальное. Как-то так. Так, 9.19, у меня патронов вообще нет. Пять рубасиков. Нормально, а? За 9.19-то. Пипец. Пустынный орел, пустынный орел. Так, оружие долговца. Так, ну это темная долина. Это агропром. Это армейка. Это тоже армейка. Это пулемет. Это темная долина. Это армейка. Пипец, конечно. А у меня украли, ребятки. Меня же Мариван Ивановна обокрали. Собака с милицией обещала прийти, блядь. Вот это нихера себе. Ладно, я толкаю нахер. Что? Это прицел, что? Что это, блядь? Ладно, неважно, ребят. Сейчас еще немножечко калаша возьму. Ну, для кал... Хотя, знаете, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что у меня, в принципе, патронов как таковых. Брось таращиться на меня. Хватает. Брось таращиться на меня.
Заходи, не бойся. Надо было у пули, кстати, продавать, если чё. Надо было, наверное, продавать у пули. Ну ладно, чё. Так, значит, так. Так, я предлагаю всё-таки прогуляться в тёмную долину. Вот, может там что будет. А потом дальше пойду. Дальше. Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Приключения ищет. Да ничего, блядь, она не ищет. Опусти оружие. Здравия желаю, наемник. Опусти оружие. Так, на данный момент ничего нет. Ладно, ребят, надо в темную долину прогуляться. Аптечек у меня, кстати, не так много. Один штук. Один штук. От артефакта, кстати, почему-то сейчас здоровье у меня не повышается. Я не знаю почему. Жесть. Я забыл про эти блядские ворота. Я про них просто-напросто забыл. Так, родной, давай. Блять, веса вроде не так уж и много, а все равно он, короче, выдрючивается. Есть где-то есть гранатометчик, правильно? А где? Подожди, блядь, сейчас я тебя чпокну все равно. Так, все, последняя аптечка ушла.
Слушайте, что ж это за гандон такой, а? Ладно, понял. Пидара! Так, он меня с гранатомета выносит. Ладно. Да ладно! Вот это жесть! Вот это я его... Опытный бандит. Ну, понятно. Сейчас гранатомет будет проходить. Ты посмотри на него, сука! Блять, с гранатометом ходил. Зараза такая, Здорово, пацан. Базарить не хочет, а ты? Здорово. Надо на камень как-то запрыгнуть. Тебе здесь не рады. Почему? Ты соблюдаешь наши правила. Потому что пришла малява, что ты не тот, за кого себе выдаешь. Учти, ты соблюдаешь наши правила, мы тебя не трогаем. Здорово, солдат. Учти, ты соблюдаешь... Так, неплохо, я сейчас поторговал. Здорово, сон. И милиция, и полиция, и кого там только нет, да. Так, ладно, не рады, так не рады. Пошли вы нахуй, блядь, не рады. Так, с этим пока походим. Ну что, давайте сейчас посмотрим на эту темную долину вообще. Что она здесь из себя представляет. У меня два задания. Два тайника. Thank you.
Так, а тут бандюки, я понял, да? Тут, короче, бандюки. Окей. Так, тут, короче, призыв о помощи, на который, я так понимаю, надо ответить. Сучара. Ну, шлепните его. Подорвали, подорвали. Давайте, чувачки, подорвали. Всех подорвем, блядь. Все, у всех накроем. У всех, сука, накроем, блядь. У всех накроем. Правильно говорю? Правильно говорю. Так, два трупа. Здесь ничего. Сука. Кровосос, я понял. Хорошо, у меня должна быть аптечка, да? А у меня ее нету, ребят. А что делать, я не знаю. Ну, допустим. Так, аптечка нужна. Для пацана нужна аптечка. Где взять? Хуй его знает. На базе бандюков, возможно, найдем. А возможно, нет. На, сука, яблочко! Да ладно, неужели у тебя нормальный грабаш? Да выебывался, сука. Так, пацаны. Нихера себе у него стволы, блядь. Так, а если ради прикола? Хотел сказать, с дистанции птичьего полета, блядь. Пиздец, он меня чпокнул. И ведь я его мог так же чпокнуть, как за нехер делать.
Так, пацаны, ладно. Хватит вот это вот, блядь. Пизду в лапте бывать. Давайте, короче. Твой лимончик, Вася, не взрывается здесь. Сучка, блядь. Так, это соконка шмаляют, так понял. Так, кажись. Троих вылез, блядь. Вынес, сука. Троих, да? Этот вообще, сука, с экзой. Да раз, блядь. Так, отлично. Хорошо. Ребятки, очень даже здорово и замечательно. То, что аптечек у меня нет, это очень плохо. Это крайне плохо. Так, несколько пацанов, я понял. Ладно, сейчас. Сука. Так. Походи эту шелупонь, да? Да.
как так-то, а? Вроде все правильно сделал. Собственно, все, мне аптечка нужна. Надо было выйти. И все будет. Да я у себя на районе вот. Сука! Сука, аптечки нужны, отвечаю. Не просто нужны, а реально нужны. Конкретно. Опа! Ливер вы... Конкретно нужны, блядь. Пиздец, несколько раз в башку попал. Я не знаю, короче, слышать, ну, как бы, блядь. Кстати, этот хуй... за эту хуйню дорого берут. Дорого. О, мама, клину... Ой! Пиздец. Циклить стал. Закопаем-то закопаем. Все. Перевес нахуй. Ах ты пидор. Да. Ебаный пиздец, а? Ну откуда ты, тварь, взялся? Ну откуда, блядь? Это мой лайф, моя свобода. Это мой лайф, моя свобода. Это мой лайф, моя свобода. Это мой лайф от интро до коды. Так, ну чё тут у Борова? В этот раз. Опаньки, документы мертвого города номер один. Мертвый город находится 10 километров от района армейских складов. Его карта, трам-пам-пам. Я так понял, это переход. Мертвый город. Могу ошибаться.
Кейс агента. $988 кстати, стоит, блядь. Его было похерено продать, если чё. Это мой лайф, моя свобода. Это мой лайф, моя свобода. Не, ну шо ты, тварь, ты, ах ты, блядь, тварь. Пиздец. Так, ну это нормально стоит. Дальше, да? Так, надо тайничок вот тут чекнуть. Это, наверное, лучше на крышу, да? Прикольный тут радар, посмотрите, такой фиолетовый какой-то. Так, что он, что там пишет? Рюкзак возле здания. А добро будем хранить в сейфе на незаметном месте. Тут, короче, возле здания, да? Так, я думаю, как бы отсюда максимально безболезненно... Ну ладно. А, пипец, у меня и так перевес, ребят. Куда нахрен? Так, пукалки эти идут лесом. Так, это семерка, это четверка, это десятка. Блять. Нет, все равно надо, короче. Ребят, все равно надо разгружаться. Я все не унесу. Как бы я хотел, как бы я не хотел. Блять, тут еще и аномалия, да? Ага. Очень даже. Очень даже неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой! Кстати, еще один арт. А чё за арт вывер, да? Ну ладно. Так, ладно. Сейчас тогда сразу прочекаю остальные тайники. И пойдем дальше. Да ёшкин кот, блядь. А, вот он сейф. Болт. Большой и толстый болт. Блядь, тут еще радиация. Мама, не горюй. Так, тикаем нахрен отсюда. Так, вот там еще два тайничка. Ну давайте попробуем, может быть, что найдем. Все-таки мало ли что. А под машиной.
нашли в заброшенном здании. Так, под машиной это вот здесь вот. Что-то пока не вижу. Кстати, там бандюкан ходит. Надо бы его немножечко. Ну, неплохо. Так, а колючка... О, радио... А, кровотечение. Вот... Ладно. Ёлки. Ой, маманя. Привет, дружище. Так, ну тут тоже выход на крышу. На крышу мне не надо. Что-то он меня то ли не увидел, то ли что, блядь. Вот этот с подствольником. Но это чисто на продажу. Ладно, ребят, перевес уже как бы у меня по любасику. Поэтому я уже хожу как могу. Очень надеюсь, что до бара я дотопаю. Так, это херня на верхнем этаже, кажись, да? Это херня на верхнем этаже. Капелька. Прикольно. А, выносливость нет, ребят. Выносливостью я пожертвовать никак не могу. Нихера себе. Так, здоровье. Радиация. Блять, это все б ничего, но выносливость это не. Кровотечение тоже. Нахер оно мне надо, блядь. Нормально, блядь, сныкал рюкзак, да? Ну, выверт. Окей. Так, с деньгами пока проблем нет. Хорошо. Так, вот он еще один тайничок. И, наверное, можно идти вот сюда, к раненому сталкеру. Сейчас поглядим, что там за тайничок. Нихера нет, вот, ребят, конечно, косяк. Очень, ребят, жесткий косяк в том плане, что некоторые тайники, они просто-напросто пустые. Хотя наводка есть. И они уже не пропадут, понимаете? Кстати, того я чпокнул. Очень хорошо. Чувак, дай аптечку. Мужик, сюда! Да ёпта, я ж тебе, блядь, только дал. Встань ты! Спасибо, солдат. Выручил ты меня? Нет слов. Если жив будем и еще доведется свидеться, постараюсь свой долг вернуть. Ты что-нибудь про организацию UHSF слышал? Да, дай-ка вспомнить. Слышал вроде что-то, запало в память. Если я не ошибаюсь, тут где-то поблизости заброшенная подземная лаборатория есть. Не так давно слухи ходили о ней и об этой самой UHSF. А еще про какие-то вирусы, зомбирование. Да, еще один странный тип туда вроде ходил в том году. Вечный?
Не, погоди, во, Меченый его звали. Точно, Меченый. В общем, этот парень туда вроде залез, и никто его больше не видел. Ну, а потом бандиты как свихнулись, чуть ли не авиабомбой пытались двери туда взорвать. Да нифига у них не вышло. А потом поговаривали, ночью оттуда что-то выползать начало. Одним словом, неприятное место. Если хочешь туда отправиться, солдат, подумай хорошенько, надо оно тебе. Вокруг лаборатории бандюков полно. А внутри вообще хер знает что, живых оттуда выходящих еще не видели. Ну а неживых... Извини, не буду я про это, ладно? Так что давай, решай. А если отдохнуть есть желание, айда со мной. У меня тут группа корешей на старой свиноферме лагерь строила, а? Спасибо за информацию. Приветствую! Какими судьбами? Приветствую! Ладно, дружище. И тебе не хворать, как говорится. И тебе не хворать. Так, ты побег, да? Или ты за мной идешь, я что-то не пойму. Так, патрончики, это хорошо. Патрончики, это очень хорошо. Это очень-очень-при-очень хорошо. Так, тут еще, ребят, три тайника, я их не буду чекать, а я, наверное, отправлюсь и сгружу. А, блядь, вот здесь еще один. Блядь. Все-таки надо вернуться, ребят, за тайничком. Хотя нет, далековато. Далековато. Возвращаемся сейчас в бар. Ребят, возвращаемся сейчас в бар, разгружаемся, а дальше посмотрим, что делать будем. Так, ребят, пока иду в бар, я тут надыбал еще один тайник. И библиотекаря, ёбаный в рот, блядь! Нельзя ругаться на ютубе, нельзя ругаться на ютубе, нельзя, 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 блядь, блядь! Сука! Пацаны, хуярьте его, бля! Фух. Я забыл, что они здесь легко убиваются. О, это пипец какой-то. Просто. Шагу не дают ступить. Какое-то дерьмо, блядь, случается. О, господи. Приветствую. Так, дружище, давай ты у меня немножечко тут попокупаешь всяко разного. Всяко разного. Ух ты, щупальца кровососа неплохо стоят. Это не заразно. Блять, бандюки все меня херачат, а? Так, это я переборщил. Опусти оружие. Да, блядь, опусти оружие, эти твари, блядь, стреляют. Ты что, не видишь, блядь? Где эти ублюдки? Так, я сейчас, короче, я на камень сейчас заберусь и все, и раз... А, блядь, их раз... Британские педрилы, блядь. Где вы?
О, Артик. Опусти оружие. Парень, оружие спрячь. Да какой, блядь, спрячь оружие? Вы что, гонишь, блядь? Оба-на. Воу! Так, тушка, мы уже пожалели 10 раз, базару нет. Зачистить вано. Зачистить в ноль. Кстати, я разгрузился. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А мне, может, и в бар не надо идти. Здорово, солдат. Учти, ты соблюдаешь. Так, 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 так. Да пиздец. И он, по-моему, меня только гасит. Откуда вы тут, твари, взялись? Откуда, блядь? Приветствую! Какими... Пиздец, они спавнятся, короче. Они тупо, короче, спавнятся, я так понял, да? Так, ладушки. Спечем оладушки, блядь. Тут все понятно, ребят. Так, давайте только тайничок чекнем все-таки. Раз уже такая пьянка пошла. Пипец, они, конечно, спавнятся. Я в шоке, блядь. Я не успеваю гавкнуть даже, тварь. Он там появляется, блядь. Ну, типа, со свалки пришел, все дела. Ну, вы поняли, да, ребят? Неплохо. Хороший хабар. Вот честно, мне столько хлеба, но... Хай он лежит, вот это вот. Да раз! Да. Вот хера ты тут ходишь, тварь? Ну, какого ты тут ходишь? О, господи. Так, ладно, ребят, короче, в темной долине мне пока делать нечего. Здесь, конечно, на каждом шагу всяк таблет встречается. Идем на свалку, оттуда в бар. Солнышко. Нет, как там? Солнце светит. Блять, подождите, я что-то... Солнце светит прямо в глаз. А дальше не скажу, ладно. Блять, а чё его так плющит в натуре? Блин, а у меня те радики, кстати, заканчиваются. О, отпустила пацана. Так, что у меня с коктейльчиком? Так, коктейльчики еще есть. Блять, почему нельзя их тоже на отдельный этот самый? Жаль, жаль, очень жаль. Здорово, мужики, как оно вообще?
Пойдет, да? Вот и отлично. Вот и отлично. Так, а мы идем в бар, сейчас быстренько сгрузимся и дальше уже разберемся, чё кудым. Ой, елки-палки. Тудым-сюдым, кудым дальше. Кудым дальше, тудым-сюдым. Тишина, что-то как-то даже подозрительно тихо. Блять, как я хочу экзоскелет, а? Как я хочу экзоскелет, экзоскелет. Так, ладно. Ой, бля! Забыл, пацаны. Забыл про эту хероту. Я не понимаю до сих пор, зачем эта херота здесь находится, но я про нее тупо забыл. Так, это собачки, да? Да ёлки-палки, соберись, блядь. Так, сейчас, может, кому-нибудь на посту долго надо будет что-нибудь толкануть. Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь? Да так. Иду. Здравия желаю. Мимолетом. Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь? Здравия желаю. Здравия желаю, наемник. Так, у пацанов, я смотрю, денег нет. Вот у этого чувачка есть. Вот так хотя бы, да? Ну, пойдет. Интересно, сколько экза будет стоить? А самое главное, у кого ее можно будет купить? У барменчика, я так понял, нету. Хотя я, может, не доглядел. Давайте сейчас посмотрим, ребят. Если твоя жопа приключений... О, Нирвана играет. Заходи, не бойся. Выходи, не бойся. Брось таращиться на меня. Не видишь, я за... Entertainers, here we are now. Entertainers. Брось таращиться на меня. Так, сейчас, короче, я знаете, что и... Оставлю себе 20 бинтов. Три банки тушенки. Так, вот эти мелкие патроны я сгружаю, короче, ребят. Они мне не нужны. Так, и вот это я сгружаю. А вот для снайперки надо будет купить. Так, оставлю дробовичок и снайперку, ребят. Вот так пока похожу. Наверное, вот так вот, ребят, оставлю все-таки.
Привет, Новац. Я знаю, что ты работал на моих конкурентов из MI5, поэтому... Обойдемся без философских отступлений. Хочу купить собранную тобой информацию. Так, у меня есть информация о Дизике Лохнаре, лидере организации UHSF. Но продам я ее не за деньги, так как в обмен на эвакуацию из зоны. Мое руководство запросило редкие артефакты, а именно две ночных звезды и два призрачных... Заставляешь. И два призрачных колобка. Так, патрончики я у тебя, наверное, возьму. Хай лежат. Барменище, ходи сюда. Так, что у тебя вообще есть? Ну, хуя у тебя тут нету толком. Слушайте, прикольная песня, я не слышал раньше. Слушай, я слышал, у тебя здесь есть механики толковые. А, ну вот. Так, во втором слоте, да? Короче, нихуя оно не чинится, ребят, это все херня. Так, документы, понятно. Так, а что он мне дал, а? Граната какая-то прикольная. Ну что, дружище, как она? Разбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. Рад тебе увеличили, так и разбойничают. Так, по поводу задания. Блять, а вот для снайперки у него нихуя нету, ребятки. Тебе. Так, это цикличка. Тебе. Вот, ребят, тоже видите, а. Тупо задание не могу сдать.